качественное образование – это залог успешного будущего не только отдельно взятого человека, но и целого государства. 29 сентября на территории Нижегородской ярмарки впервые в России открылась международная образовательная конференция-выставка QS Worldwide. То, что у нас проходит первый в России такой форум, вот именно такого назначения с участием вуза. Здесь будут выработаны определенные векторы развития дальнейшего в сложных ситуациях, в различных других. Мы, наверное, друг у друга поучимся. Многие вещи, которые сегодня уже делаются на Западе, многие вещи есть у нас. Мне кажется, выработается хорошая линия, которая даст дальнейший толчок развитию экономики и промышленности нашей родины. First of all, is to put the university. Первая цель – это показать всему миру, какой хороший у нас университет имени Лобачевского есть. И плюс показать, какие хорошие университеты группы 5-100, насколько они качественные, это качественное образование. А как вы знаете, что в рейтингах очень большую часть занимают именно отзывы экспертов и отзывы других университетов, об вузах. И поэтому такая конференция – это хороший способ дать как можно большему количеству вузов мира информацию о университетах России. Участие в конференции приняли видные российские и зарубежные ученые, эксперты в области высшего образования, представители власти и крупнейших университетов из 26 стран мира. Мероприятие позволяет, во-первых, ну, очевидная вещь, да, найти новые контакты, как-то сблизиться, сверить те подходы, которые реализуются в наших университетах, и показать себя на мировом уровне и посмотреть то, что делают другие. Тематика вопросов, предложенных к обсуждению на конференции, разнообразна. Построение университетов мирового класса в России, Центральной Азии и Восточной Европе. Исследование глобального рынка высшего образования, научная и инновационная деятельность вузов. Но все эти направления так или иначе связаны между собой общей целью – повысить конкурентоспособность российских высших учебных заведений среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Чтобы люди из разных стран, ученые из разных стран, студенты из разных стран знали, чем известен ваш университет. Какие поводы для гордости, какие последние достижения, что в нем происходит. Это называется словом «репутация». Надо друг у друга учиться, изучать лучшие практики. И это возможность действительно сделать учебный процесс лучше во всех вузах, которые принимают участие. По некоторым отраслям у нас такое стабильное, да, преимущество. Технические науки, инженерные науки, физика. В некоторые, ну давайте будем откровенны, мы вошли не так давно. Например, экономика. Это безумно конкурентное поле во всем мире. Да? Там много лет лидируют американские и английские университеты, некоторые европейские. Вот. Но, тем не менее, посмотрите даже на динамику, которую сейчас высшая школа экономики показывает. То есть все равно мы начинаем входить в рейтинг. Одним из организаторов конференции стал университет Лобачевского. Участник проекта 5-100, представивший свою дорожную карту по выполнению программы повышения конкурентоспособности. Когда пройдет достаточное количество времени, и мы как-то немножечко подредактируем все, что мы делаем, мы будем в хорошем тренде, мы займем достойное место. Я считаю, что и наше образование, и наша наука достойны самых высоких оценках во всех самых серьезных рейтингах, в том числе и в QS. Well, that's great, of course. Я оцениваю очень высоко положение Нижегородского государственного университета, не просто потому, что это некий, не просто потому, что пытаюсь сделать кому-то комплимент, а потому, что у меня есть реальная возможность сравнивать эти университеты, Лобачевский, с другими участниками, в частности, проекта 5-100. Мне посчастливилось быть в Красноярске, познакомиться с коллегами Санкт-Петербургского государственного университета, поэтому университет Лобачевского выглядит более чем достойно на этом фоне. Это тот университет, с которым мы хотим в дальнейшем развивать сотрудничество, а замечу, что на данный момент у нас около 600 договоров о сотрудничестве с различными университетами, но, к сожалению, пока не так много соглашений с университетами из Восточной Европы, в частности, из России, поэтому я очень большой энтузиазм испытываю на этот счет. Надеюсь, что сотрудничество будет только развиваться. Выставка конференции QS Worldwide – это не только обмен опытом, но и возможность для российских вузов получить мировое признание.